Всем доброго времени суток, с вами Елена, ну и сегодня, наконец-таки, обещанный обзор моих цветущих орхидей на лоджии. Обещала снять видео в январе, но как-то не сложилось. Вот начало февраля, и предлагаю вам прогуляться по моей лоджии. Обычно я начинаю снимать с правой стороны самых пышно цветущих орхидей, но в этот раз решила немножечко по-другому. И начну я свое видео с самого маленького стеллажа. Вот таким букетом распустилась моя красотуля Little Flash. И вот уже вот-вот откроется на вот этих еще двух цветоносах бутоны. Представляете, какая будет прелесть. Вот так, не похоже на зимнее цветение, бледно. Зацвел красотон дикий кот. Это мой дикий кот номер один. И не ожидала я от него цветения. Он дал цветоносы вот такой на три цветочка. И цветочки на зимнее цветение совсем не похожи, очень светлые. Но ему простительно. Он очень-очень пышно цвел летом на два цветоноса огромными каскадами. Вот. Вот эта милота. Динамелиса. Она посажена, была куплена вообще крошечной. Посажена такой меньше девятого горшок. Но она прелесть. Она прелесть, цветет, пахнет. Вот орхидеюшка готовая цвести всегда. Вот так вот. Ярко открыла свой первый цветочек Тайсука Джаспер. Вот летом она цвела очень пышно. И цветы были бледнее, но все равно яркие. А вот сейчас вот так. И камера правильно передает ее цвет. Ну и вот вечная цветунья. Черная жемчужина. Вот такая удочка. Там она, похоже, собирается вот продлевать еще цветонос. Вот эта детка, как она дала, так и сидит ни туда, ни сюда. Но она гонит еще один новый цветонос. Вот эта орхидея не отдыхала ни дня. Ну и вот цветонос гонит. Ой. Африканский закат. Так, ну спускаемся на полочку чуть ниже. Вот эта орхидея, вот так, наверное, вот ее правильный цвет, покупалась вот в этом, знаете, пятом горшке, маленьком совсем. Я ее пересадила в закрытую систему. Вот. И вот она тоже, это она на старом цветоносе дала ответвление. Вот она любительница подцвести. И она, кстати сказать, немножечко фокус теряется, очень ароматная. Так, вот это растит цветонос. По-моему, это моя парфюмерная фабрика Дарион Бабочка. Скоро увидим в марте, наверное, ее цветение. И вот здесь вот цветет, камера искажает, это Violet Queen, пилорик, цветет, забыл полить, сушит бутоны. В общем, орхидея, которая вообще не переносит никаких просушек. Стоит упустить один, как вот этот момент, и все, понеслись сохнуть бутоны. Это тоже парфюмерная фабрика. Вот ее название я не знаю, не могу никак определить. Но откроется, посмотрим. И потеряла бирку вот от этой красоты. Камера делает ее чуть светлее. Она более такая темно-бордовая. Такая прелесть. Цветы восковые. Орхидея потрясающая, но не помню, как называется. Там вот гонит цветонос мой черный беглим с белой губой. Тоже на боковом ответвлении. Ну и вот здесь
Вот, две красоты ароматные. Первые цветочки открыла мукола. Если мукола начала цвести, это очень надолго. Цветет, пахнет. И бронзовый Будда на старых цветоносах. Вот здесь дал два цветочка. И вот здесь. И вот цвет же камера передает верно. Вот это вот на старом цветоносе открыла два цветочка. Парфюмерная фабрика. По-моему, это фрагранс. Такая красота. Ну и вот там вот везде цветоносы. Ну и нижняя полка, где у меня зона отдыха. Тоже орхидеи распечатали свои. Кто-то от боковых ответвлений. Но в основном вот там вот все орхидеи. Растят цветоносы, так что, я думаю, в марте цветение на этом стеллаже будет гораздо-гораздо пышнее, чем в феврале. Ну, вот такой небольшой обзор с моего самого маленького стеллажа. И теряйся, фокус. И обзор будет из трех частей, потому что дальше нацвело-нацвело. Ну а всем большое спасибо за внимание, за вашу поддержку, добрых комментариев. Всем мира, добра, благополучия. До новых видео. Пока-пока.